Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели мониторинг работы светофоров в Одинцове. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Безопасные дороги». Также партийцы проверили качество уборки пешеходных дорожек в городе. Как пояснил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Андреева, светофоры работают в штатном режиме, а дороги в некоторых местах не посыпаны песком, и доступ к пешеходным переходам затруднен. Все обозначенные партийцами замечания были переданы в территориальное управление Одинцова.